Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ». Алгебра, 8 класс, автор Макарычев, задание 58. Докажите, что пункт А – выражение, вот тут дано нам выражение, тождественно равно 4. Но что значит данное выражение равно тождественно 4? Вообще-то говоря, это означает, что при любых значениях переменных, входящих в это выражение, оно принимает значение 4. Ну, чтобы это доказать, давайте мы это выражение, во-первых, перепишем, а во-вторых, мы его преобразуем. Здесь у нас мы видим вычитание дробей, и эти дроби имеют одинаковый знаменатель. Значит, мы сразу тогда записываем дробь, в результате получится дробь с тем же знаменателем, и в числителе будет разность числителей, то есть а плюс b в квадрате минус а минус b в квадрате. Раскроем скобки. А плюс b в квадрате по формуле квадрата суммы а в квадрате плюс удвоенное произведение а на b плюс b в квадрате. А теперь вот сделаем так. Поставим минус, чтобы не ошибиться со знаками. И в скобочках мы разложим а минус b в квадрате. Это будет а в квадрате минус 2аб плюс b в квадрате. Вот так. Знаменатель переписываем без изменений. И это будет равно. А вот теперь мы раскроем скобки. Ну, во-первых, вот так знаменатель перепишем. Вначале переписываем все без изменений. А квадрат плюс АБ плюс Б в квадрате. А теперь раскрываем скобки и меняем знаки. Минус А в квадрате минус на минус плюс 2АБ и минус Б в квадрате. Вот что получилось в результате открывания скобок. Теперь приводим подобные. А квадрат с плюсом, А квадрат с минусом 0. Так, b квадрат плюс минус b квадрат минус, значит, тоже 0. Осталось 2ab плюс 2ab. Это 4ab делить на ab. A и b. И a и b в знаменателе сократится. И осталось у нас 4. Действительно, независимо от того, какие значения принимают переменные a и b, эта дробь всегда равна 4. Так, а теперь выражение в пункте Б. Нам нужно доказать, что это выражение равно 2. Тогда давайте мы его преобразуем, и, возможно, у нас и получится 2. Так, знаменатель А в квадрате плюс Б в квадрате, общий знаменатель, перенесли. Теперь сумма числителей. Первый числитель, раскрываем скобки. А квадрат плюс 2АБ плюс Б в квадрате. Плюс. Теперь давайте сразу раскроем скобки и во втором числителе. Знаки нам менять не нужно, значит, мы можем это сделать. А квадрат минус 2АБ и плюс Б в квадрате. Это квадрат разности. Так, что теперь у нас получается? Плюс 2АБ минус 2АБ 0. Сократили. А в квадрате плюс А в квадрате это 2А в квадрате. Б в квадрате плюс Б в квадрате это 2Б в квадрате. Значит, плюс 2Б в квадрате. Так, и разделить на А квадрат плюс Б в квадрате. Ну, сразу видно, что здесь нужно вынести за скобку в числителе двоечку. Останется а квадрат плюс b в квадрате. В знаменателе а квадрат плюс b в квадрате. Можно сократить скобку вот эту и знаменатель. И останется 2. Действительно, независимо от того, какие значения принимают переменные а и b, эта дробь всегда принимает значение 2. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.